Всем привет! Меня зовут Сергей Смоляков, и я являюсь ведущим специалистом в России и СНГ по исправлению положения первого шейного позвонка. Задали такой вопрос. Можно ли похудеть от процедуры Atlas Prophylax? От процедуры Atlas Prophylax похудеть нельзя. Отойдем от слова Atlas Prophylax. Наверное, имеется в виду исправление положения первого шейного позвонка. Да? Я сделал больше 5000 человек на сегодняшний день. И у меня было время, и были люди, на которых я мог наблюдать, есть ли похудение. Да, несколько человек похудело. Но если брать целую статистику из 5000, то эти цифры нельзя использовать. И в целом можно сказать, что эта процедура не влияет на ваш вес. Там 2-3 человека похудело, но это скорее исключение из правил, чем какая-то закономерность. Поэтому не питайте ложных надежд, не проходите процедуру для того, чтобы похудеть. Процедура проходится для того, чтобы ваш организм лучше работал. Похудеет он при этом или не похудеет, это уже как он решит, никому не известно. Из моей практики большинство случаев вес не менялся. Спасибо, всем пока.